Сьогодні у нашому денному ефірі ми поговоримо про депресію. В гості до нас завітав Тендіт Ігор, невропатолог. Отже, тема сьогодні – депресія, як її розпізнати та лікувати. Доброго дня. Доброго. Звісно, осінь – це гарна пора року, і ми всі дивимося на листочки жовтенькі, так споглядаємо за тим, як вони падають з дерев. Це романтично, можливо, але потім, коли вже приходять до нас холоди, ми відчуваємо слабкість, відчуваємо поганий настрій в нас стає, так змінюється якась цікавість до світу. Я так зараз сиджу, зараз як на прийомі у вас. Я говорю про хандру, звісно. Але хандра все ж таки відрізняється від депресії, так? Отже, скажіть, будь ласка, коли, відчуваючи ось цю хандру, час звертатися до лікаря для того, щоб вона не перейшла у депресію, у більш важкий стан? Ну, хандра, тоска – це достатньо нормальне состояние для чоловіка. Ми всі испытываем в осінній період чувство усталості, нам хочеться лечь, поспать, отдохнуть, не очень хочется идти на работу. Вот. Но это не есть депрессия. Мы часто используем слово «депрессия» и в быту, не понимая, что на самом деле депрессия – это тяжелое состояние, состояние поломки адаптивных механизмов, что это психическое расстройство. Хочу подчеркнуть, что это всего лишь расстройство, это не болезнь. Поэтому у депрессии есть свои признаки. Есть медицинские признаки депрессии, есть 3 больших и 6 малых признаков депрессии. В первую очередь это потеря настроения. Человек теряет настроение, настроение становится негативным. Второе – потеря инициативы. Его ничего не интересует, ему все серо. Третье – это выраженная мышечная слабость. Абсолютно здорового человека возникает слабость, ему тяжело одеться, ему тяжело выполнять повседневную работу. Это уже третья стадия якась такая? Нет, это все признаки депрессии. Признаки депрессии. Важным механизмом, важным является признаком, что вот это состояние длится на протяжении более 2 недель. То есть 2 недели и более. То есть хандра, она минает за 2 тижні, так? Если хандра продолжается на протяжении 2 недель и более, то нужно задуматься, если мы видим это у себя или окружающих, то нужно подумать о том, что, возможно, у нас необычная тоска, возможно, уже развивается такое состояние, как депрессия. З медичної точки зору, скажіть, будь ласка, депресія – це що? Це не хвороба, ви вже сказали, це стан. Але які процеси відбуваються в організмі, коли в нас виникає депресія? Когда у нас возникает депрессия или патологическая тоска по-другому, то это ведет в первую очередь к потере трудоспособности человека, развитию, имея соматические заболевания, любых заболеваний, сердце, заболевания желудка, заболевания легких, рано или поздно, в зависимости от прогрессирования заболевания. Есть научные работы, которые доказывают, что при длительной депрессии люди склонны к развитию даже опухолевых заболеваний. Поэтому депрессия с медицинской точки зрения в буквальном смысле является состоянием подавленности. Согласно мировой статистике, по потере трудоспособности депрессия занимает 2-е место в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. И всего лишь 25% людей, страдающих депрессией, обращаются за медицинской помощью. А чому так? Тому що це якось несерйозно, здається, так? Ну що ти сумуєш? Люди бояться. Бояться розказати окружающим о том, що у них є. Вони бояться насмішок. Вони бояться того, що їх каким-то образом будуть руководители, допустим, можуть уволити з роботи. Ну так, я собі теж не можу уявити, щоб сказати, у мене депресія, я не прийду сьогодні. Да, я сьогодні не прийду на роботу. Многие не понимают самого значения депрессии, думают, что человек просто ленится. Поэтому многие не говорят о своих состояниях, скрывают их. Многие даже не замечают наличие у них этих заболеваний. И часто обращаются к врачу с жалобами на различные боли. Боли в области сердца, боли в области желудка, мышечные боли. Хотя на самом деле его обследуют, ничего не находят. И зачастую это и есть соматическое проявление такого заболевания, как депрессия.
Я чула про такий термін, як прихована депресія. Це зараз саме те, про що ми говоримо, да, так? Да, это как раз то, коли людина не розуміє, що в неї депресія. Да, вона не знає теж о том, що у неї депресія, пытается себе различным способом лечить, и это не приводит к положительным результатам. Що може спровокувати виникнення депресії? Через що вона в нас виявляється, приходить до нас? Мы живем в очень достаточно напряженном времени, большой поток информации. В основном депрессия или тяжелое подавленное настроение, патологическое подавленное настроение возникает у трудоголиков. То есть у людей работоспособного возраста. Потому что идет истощение, истощение моральное, истощение физическое. Человек не успевает восстанавливаться, и на этом фоне идет срыв адаптивных возможностей, и мозг заваливается в депрессивное состояние. Вот. Поэтому часто очень депрессия связана с какими-то внутренними факторами, допустим, заболеваниями. И зачастую она усиливает проявление этих заболеваний. Це, що ви маєте на увазі, які хвороби? Я серце, имею в виду, да, заболевания непосредственно, соматические заболевания, заболевания сердца, заболевания внутренних органов. Тобто все пов'язано, і це неважливо, чи це осінь, чи це весна, чи це літо, так? Ну, как правило, осінь связана с какими-то лирическими вещами, холод, падают листья, поэтому тоска, это характерно для нас. Вот. Но на самом деле депрессия не выбирает время года и возникает в первую очередь связана с стрессовыми ситуациями и возникает у любого человека. Женщины подвержены больше депрессии. Как правило, страдает 25% женщин депрессиями, мужчины меньше. Но все равно это заболевание одинаково касается обоих полов. Чи можна якось самостійно діагностувати в себе депресію? Так, щоб, знаєте, не перегнути також. Тому що можна сказати, все, в мене депресія, я нічого не хочу робити, я сьогодні не піду на роботу, я краще висплюся. Так, да, звісно. Це ж теж таке хитре третє. Абсолютно правильно. Существують, в соответствии з критеріями і признаками депресії, существують розроблені шкали. Ці шкали є в інтернеті. Це шкала Бека, Занга, госпітальна шкала депресії. И человек может провести самооценку по шкале депрессии и выявить наличие или отсутствие у него депрессивного состояния. Это ответы на какие-то вопросы? Да, так? Это ответы на простые вопросы, в которые заложены основные критерии депрессии. И если человек отвечает на них правильно, то есть он честно в первую очередь, то мы можем определить, есть или нет у него депрессивное состояние. Там какие-то особистые вопросы? Питання очень прості, вопроси дуже прості. А можете сказати? Ну, наприклад, давайте мене перевіримо трішечки. Ну, перший вопрос. Є ли у вас знижене настроєння на протяжении більше 2 недель і більше? Коли я відчуваю, що мій настрій падає, то да. Я намагаюся якось да. Його стимулювати. Є ли у вас знижене інтересу к обыденним вещам? Радуєтесь ли ви просмотру інтересного фільму? Или рассказанного, веселого рассказа. Радію. Да. Коли я Если у вас потеря аппетита, нарушение сна. Нет. То есть ответ на эти вопросы дает нам возможность выставить оценки и по количеству баллов, набранных экзаменуемым, мы можем сказать, есть у нее депрессия или это еще не депрессия, а состояние сниженого настроєння, яке часто виникає і присуще всім абсолютно нам. Давайте скажемо, що навіть якщо це є, треба відповідати чесно і треба не боятися зізнаватися, що так, в мене туга, там, що мені важко, що в мене якісь такі є емоції. Іноді треба людині, мені здається, просто поговорити. Поговорити, щось розповісти іншому для того, щоб стало легше. Чи я не права? Не, ну, абсолютно правильно. Для этого и существуют методы лечения депрессии, где участие принимают психологи и психотерапевты. Вот. А на самом деле, если вы реально понимаете или видите в окружающих депрессивное состояние, но вы не уверены, есть ли заболевание или нет, в любом случае нужно или обратиться самому к врачу-специалисту, или направить данного человека к специалисту, который уже благодаря осмотру больного, выявлению клинических признаков депрессии, проведению тестов, может выявить наличие заболевания. Я еще раз повторю, что депрессия — это состояние, это не болезнь, это расстройство.
И вовремя начатое лечение позволит избавиться человеку от болезни, восстановиться, стать работоспособным, необходимым обществу и себе, в первую очередь. Як запобігти, все ж таки, виникненню депресії? Ви мене питали, так, чи відчуваю я там поганий настрій іноді протягом 2 тижнів. Я сказала, що якщо я відчуваю, то я одразу щось роблю з цим. Тобто, там, чи смачненьке щось їм, чи ще щось, чи з дітьми проводжу більше часу, коли мені це потрібно. Але все ж таки, чи є якісь такі універсальні рекомендації, так, аби допомогти людині? Що треба робити, аби якось все ж таки не виникнуло цієї депресії? Ну, здоровий образ життя, в першу чергу. Сон? Це сон, це робота, відпочинок, це питання здорове, заняття спортом, і виключення потреблення алкоголя, курення, вредні привички. Вот. И если уже данное состояние возникает, то это, понятно, обращение к врачам-специалистам. Это психологи, психотерапевты, психиатры, невропатологи. Только они смогут вовремя выявить проблему и, соответственно, оказать помощь, и пациент выздоровеет. А как ее лікувати? Мої методи про поговорити, це, звісно, добре, але... Ну, существуют методи лечения. В первую очередь, это обращение к психологу, психотерапевту, проведение сеанса психотерапии. Если заболевание уже достигает достаточно глубоких проявлений, то медикаментозные методы лечения, они очень эффективны. В первую очередь, это использование антидепрессантов. Антидепрессанты – первая линия в лечении депрессии. Это препараты, которые позволяет человеку избавиться от этого недуга достаточно быстро, без потерь. Существует расхожее мнение, что антидепрессанты – это препараты, которые вызывают привыкание, что если ты начал принимать антидепрессанты, то ты никогда от них не избавишься, они не приводят к выздоровлению, это все неправильно. Грамотно назначенные антидепрессанты врачом позволяют достаточно быстро человеку избавиться от проблемы, от патологического состояния и быстро войти в строй. Я достаточно долго применяю антидепрессанты. Хочу вам сказать, что мои пациенты очень довольны. И за тот период, пока я лечу людей, жалоб в этом отношении не было. А как они действуют? Они заспокоивают? Чи якось... Они снижают чувство так. тревоги. Угу. Они способствуют тому, что человек самостоятельно начинает правильно критически оценивать тяжесть своего состояния и стремиться избавиться от него. Відчуття тревоги, так? Тобто воно також присутнє під час депресії? Конечно. Депресія і тривога йдуть рука об руку. Коли здається, що там без шапки вийшов, чи ще щось, і да, ти за все переживаєш, це теж депресія? Без шапки вийшов, це більше відноситься до категорії тривожних розстройств. Ми говоримо о депресії, о більш тяжелому состоянии, коли теряется интерес к окружающей жизни, возникает состояние неверия в себя, возникает чувство вины, пессимизма, человек теряет инициативу. И это приводит к тому, что он не способен выполнять обычную работу. Он приходит на работу, но все ему делать очень тяжело. Он не может быстро принять решение. И все свои проблемы он сваливает на усталость, на трудности в работе. Хотя на самом деле такую же работу он буквально короткий промежуток времени выполнял очень быстро. Ничего не изменилось, просто есть проблема, которую надо вылечить, и все вернется, и он выздоровеет. На что звертає увагу лікар при загальному обстеженні під час діагностування депресії? На состояние больного, на его жалобы, на его внешний вид. Как правило, пациенты, страдающие депрессией, меньше обращают внимание на себя. И их жалобы носят негативный характер. Все плохо, мне ничего не помогает, мир кругом рушится. Вот когда человек начинает жаловаться и проявлять такое... Такие поведенческие реакции, которые вот сопровождаются потерей инициативы, желаний, то
то это важный критерий, на который нужно обратить внимание для диагностики депрессии, провести оценку, выполнить шкалы, которые позволяют точно установить, есть ли у пацієнта дане заболевання или нет. Ви знаєте, ми говорили трішечки про антидепресанти, так і до них багато питань насправді, але чи змінюється, от якщо людина вже звернулася до лікаря, їй виписали антидепресанти, і вона їх вживає, чи змінюється її поведінка, чи стає вона там веселою занадто? Знаете, как я так и жарко, попросила санты, антидепрессанты. Антидепрессанты повышают настроение, на самом деле, да. Но это их основное действие, то есть они блокируют патологические процессы в организме, именно в процессы поведенческие. То есть, в принципе, когда людина посмехается, это нормально? Абсолютно. Это не дія антидепрессантов? Депрессанты не вызывают никакой дурашливости. Человек, принимающий антидепрессанты, абсолютно нормальный человек, и внешне определить, что он принимает антидепрессанты, абсолютно невозможно. Просто у него положительное настроение, у него нет печали, нет тоски, он работоспособен, ему хочется трудиться, выполнять работу. То есть все то, что он делал до депрессии, он начинает делать и на фоне приема лекарств. Яка вікова група страждає найчастіше депресією? Мы уже говорили, это, как правило, трудоспособная часть населения, люди, которые заняты трудом, которые много работают, как правило, вот термин выгорание, да, на работе, когда эмоциональное, физическое, да, вот это и есть та категория людей, которые чаще всего, это люди творческой профессии, журналисты, писатели, да, когда человек активно использует свои эмоции в выражении различных чувств, и они страдают, да, чаще всего депрессией. Треба їй щось з цим робити. Чоловіки чи жінки? Жінки, ви говорили, ми так? Говорили, на 25%, да, але чому? Женщин гораздо емоціональніше мужчин. Але щось... Так. Поэтому, да, поэтому, скорее всего, їх емоції і приводять к возникновению у них чаще депресивного состояния. Але ж навпаки, вони можуть висловити свої емоції, а чоловіки – ні. Вони сидять якось закритими... Да, если мы выражаем свои эмоции, я еще раз хочу сказать, что выражение эмоций – это абсолютно нормальное состояние. Мы можем находиться в печали, в радости, мы можем быть раздражительными, спокойными. Это все проявление эмоций, это нормальное состояние. Но одна и та же эмоция не может длиться долго, бесконечно. Вот когда такая патологическая эмоция, как печаль и тоска, это как раз и есть признак депрессии длится чрезмерно долго, мы говорили, что это 2 недели и более, вот тогда и возникает депрессия. А все остальное – это обычное наше состояние, мы эмоциональны и проявляем свои эмоции в жизни, и должны их проявлять. Это нормальная наша жизнь. Не треба їх соромитися, тому що емоції – це наше життя насправді, це ми самі, наші емоції. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас, і нагадую, що в гостях у нас Тендіт Ігор, невропатолог, дому Одрекс. Поговорили ми про депресію, як її розпізнати та лікувати. Дуже дякую вам, тому що це корисна інформація. Насправді, по-перше, не варто боятися чи соромитися своїх емоцій. Говоріть і знайдіть людину, якій можете довірити, і звертайте увагу на своїх рідних, тому що це дуже важливо. За собою треба дивитися також, але на рідних звертайте увагу, тому що, можливо, саме їм і потрібна допомога, а вони не можуть цього зрозуміти. Будьте сильними для себе і для когось. І нехай все буде добре. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провели його з вами Тетяна Миленко. Усього найкращого.